Да, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир Соломин. Ситуация в стране, да? Все говорят, что нужно и Порошенко, и Яценюк. Все как один в грудь себя бьют руками, кричат, что нужно поднимать. И мы поднимаем, и будем дальше поднимать экономику. Каким образом? Они давят эту экономику нашу, нашей страны. Так хотел бы обратиться к вам, уважаемые господа, хорошие. Поднятие экономики государства – это не те вещи, которые вы делаете. Если вы не знаете, как это делается, возьмите хотя бы книжку для, за 10 класс по экономике и почитайте, как это делается. Это делается совсем наоборот, не то, что вы, как вы делаете. Вот так, спасибо. Как-то. Потому что есть такая пословица, не буди лихо, пока лихо спит. Знаете, есть такая пословица. Так вот, господин Порошенко, не будите лихо, пока лихо спит. Спасибо.